Здравствуйте! Многие слышали такое выражение «хлеб всему голова». И хлеб, естественно, печется из муки. Я хочу вам показать, какая мука есть у нас сейчас дома. Вот та мука, которую я набрала в кулечке, она у нас присутствует всегда. Это белая обычная мука, которую покупаем в магазине. Эту муку мы покупаем на рынке. Это ржаная мука, видите, она с отрубями. Полностью здесь все сохранилось в ней. То, что есть в зерне. Вот это пшеничная мука. Тоже она с отрубями. Вот это, что самое полезное, я иногда делаю, это проращиваю зерна пшеницы. Ну, они немножко даже переросли. Они должны быть вот такие, только-только надклюнувшимися. Ну, сейчас я хочу перемолоть и сделать или же такое пшеничное молоко, или, возможно, даже какую-то лепешку такую хлебную. Очень вкусную, ароматную и полезную. Ну, и показываю вам еще вот колосок. У нас таких три колосочка выросли в этом году на огороде. Это то, откуда берется зерно. Потому что бывают люди, которые даже не знают, что вот здесь... Сейчас я вам покажу. Тут еще зернышко есть. Вот смотрите. Вот здесь сколько же зерна получается с одного колосочка. Сейчас мы посмотрим. Я даже сама точно не знаю. Я помню, когда я была еще маленькой, ну и школьницей, у меня бабушка сеяла на огороде. Да, все люди тогда сеяли. И сейчас, наверное, сеют зерна пшеницы. Вот смотрите, какие зернышки. Вот это вот зерно, с которого, которое имеет зародыш, которое имеет оболочку, и которое, ну, как от отруби получается. И если его перемолоть, то это будет настоящая мука. Ну и, естественно, такое зерно можно посадить, посеять, и оно будет, оно даст урожай. Зачем я вам это все показываю? Для того, чтобы вы задумались, какой же вы хлеб кушаете, какие булки, насколько этот хлеб полезный для вашего организма. Вот. И что хотя бы иногда надо задумываться и как-то переходить на более естественный хлеб, на более полезный хлеб. Смотрите, с каким удовольствием наша Жуля пасется. Она с удовольствием съедает побеги пшеницы, которые мы посадили на огороде. Сейчас уже выпал снег, а она, это же ей так необходимо это все. Видите, насколько пшеница очень полезна, а эти даже ростки. Мы всегда берем пример с животных. Жуля, ну молодец, ну молодец. Лапки мерзнут, но она все равно с удовольствием съедает это все. Так что собаке не всегда только мясо надо, она еще любит и зелень. Вот так. И уже ходит где-то минут 15. Почему она с места на место, с места на место?